Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как полностью удалить браузер с нашего компьютера. Эту работу будем проделывать 3 этапа, потому что только удаление папки данного браузера следы все равно остаются. Например, буду показывать удаление браузера Firefox. Нажимаем на значок «Компьютер». Удаление папки будем производить на основном диске. Это диск C. У меня программа видно стоит на 64 бита, поэтому тут два программ файла. Заходим в основной программ файл. И ищем папку Mozilla Firefox. Правой кнопкой мыши выделяем и нажимаем «Удалить». Подтверждаем. Да, удаляем. И заходим еще в программу «Файл». И тут тоже смотрим. Вот Mozilla. И тоже ее удаляем. «Удалить». В этом программе «Файл 86» расположен две папки. И удаляем также вторую папку. Mozilla Firefox. Так. Удалили. Все. Вроде бы основную работу мы сделали. Но хвостов тут еще осталось много. Еще осталось удалить скрытые папки и почистить следы в реестре. Итак, продолжаем. Теперь выходим отсюда. Открываем основной диск C. Но сперва давайте зайдем и откроем скрытые папки и файлы, чтобы у нас было показывать сервис. А если у кого это окошко не открыто, то заходим через пуск, панель управления и параметры папок. И там так же самое есть, что я сейчас буду проделывать. Сервис, параметры папок, вид. И опускаемся ниже. И здесь ставим галочку. Окей. Все, теперь у нас скрытые папки и файлы будут отображаться. Заходим в пользователи. Имя своего компьютера. И здесь первая папочка – это «Апдаты». И тут «Local» открываем. И ищем здесь «Mozilla». Вот «Mozilla». Удаляем ее. «Удалить». Все. Стрелочка назад возвращаемся. Открываем папку «Roaming». «Mozilla». Ищем. И удаляем ее тоже. «Удалить». Все. Часть уже проделана у нас. Закрываем. Теперь остается только зачистить следы в реестре. Для этого лучше использовать программу. Я буду использовать программу Torture Commander. Вручную это никому не советую делать без опыта. И тут есть вот, очистка реестра. И программа сама аккуратно удалит все оставшиеся следы от данной программы и другие следы от ранее удаленных программ. Сканировать. Идет сканирование. Обычно Mozilla оставляет 5 своих пометок в реестре. Вот видим, все эти ошибки в реестре отмечены, которые Mozilla оставила. Теперь остается нам только нажать кнопку «Очистка», и все произойдет нормально. Еще раз можно повторить эту работу. Как видим, следы в реестре все удалены. Вот так каждый сможет проделать полную очистку после удаления браузера. Подобным методом можно удалить любой браузер. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.